А зараз настав час для спілкування із нашими гостями. І сьогодні ми поговоримо про українських скаутів. Скаутський рух – це міжнародний неполітичний молодіжний рух, який своєю метою ставить підтримку фізичного, розумового і духовного розвитку молоді, щоб вона, як то кажуть, могла відігравати важливу роль у суспільстві. Свою історію скаутський рух веде ще з далеких 1900-х років і активно розвивається у світі і сьогодні. Чим займаються українські скаути і де вони проводять літні канікули? Поговоримо про це із нашими гостями. Моє вітання Юрію Галицькому, це голова Асоціації дніпровських скаутів «СКІФ», Анна Орлова, представниця міжнародної молодіжної організації «АЙСІК», і Анастасія Ємець, представниця молодіжного центру «Освіторіум». Вітаю. Добрий день. Отже, наскільки я розумію, найближчим часом, в 24-й раз, відбудеться загальний на теренах Дніпропетровщини табір для скаутів України чи Дніпропетровщини все ж таки? Дніпропетровщини. Отже, як це буде? Це дуже довга розмова, я буду говорити з вашого дозволу на русском языке. Больше, чем 100 человек детей хотят проверить себя тому, к чему они готовились. Происходит это точно так же, как это было придумано 100 лет тому назад основателем скаутинга лордом Баден-Пауэллом в природных условиях. Палатка, речка, в 6 утра подъем и до 9 вечера отбой. Все участники будут разделены на две группы. Первая – это бывалые скауты, которые весь год готовились, и абсолютные новички, которые будут это делать в первый раз. И одни будут помогать другим. Все остальное сделает природа и окружение. Одной из фишек этого года, это 24-го лагеря, который имеет название «Джерело» и имеет название «Лесная скаутская школа», в том, что у нас есть партнеры, которые принесут что-то новое, интересное, ну и обеспечат этот проект, потому что проект, к сожалению, нужно обеспечивать. Мы его готовим уже больше, чем третий месяц. И самый главный элемент этого лагеря – это неформальное образование. Ну, наверное, так, если в двух словах все. Вообще, на самом деле, скаутинский метод и скаутский лагерь – это не единственная составляющая скаутинга. Естественно, скаутинг – это какие-то правила, это большая ролевая игра. И детки, наверное, один из таких серьезных платформ, где могут это реализовать, это происходит вот в самом лагере. Ну, скільки дітей буде перебувати у цьому таборі, ми вже зрозуміли, а от скільки дорослих, волонтери, медики і все таке інше. Отже, дівчата, вам слово. Ми перший раз сотрудничаємо з скаутами, і у нас в цьому проєкті беруть участь два іноземних волонтера. Це наш пілотний проєкт. В цілому літом до нас приїжджають 50 іноземних волонтерів з дуже багатьох країн світу. Вот, і поки проєкт йде успішно, і ми сподіваємося на дальнейшее сотрудничество вместе со скаутами этой осенью и зимой. А цього року це вже наш не в перший раз наше партнерство. Ми вже були партнерами із нашими друзями міжнародною організацією «АЙСІК» і з скаутами. Ми підтримуємо, звичайно, що людськими ресурсами також це можуть бути призи. Тобто молодіжний центр, як завжди, відкриває двері усім. Ну, якщо говорити о слові «скаут» з англійського, наскільки я розумію, перевод «солдат» или разведчик, который, собственно говоря, работает в полевых условиях. Итак, абсолютно шутливый, но тем не менее взрослый вопрос. Для кого разведчиков готовим? Знаете, если говорить о скаутинге, то скаутинг всегда шел со временем. В те времена, когда он родился, это было 108 лет тому назад. Понятно, что это было после Первой мировой войны, и мы понимаем, что многие ассоциировали эту подготовку к жизни в виде военного разведчика. На самом деле это неправильный перевод. Это, дословно говоря, это ты ищешь самого себя, ты как рекогносцировщик. То бишь, своего рода мы создаем для ребенка условия, где он подготавливает себя к будущей жизни, и он ориентируется вокруг происходящего. И если сейчас в эфир, мы надеемся, мы встретимся с вами, пригласить 12-летних и 11-летних, они вам скажут то же самое. Что происходит со взрослыми в лагере, на самом деле происходит либо в любом другом проекте, зимний какой-то проект, какие-то большие акции, то же самое. Они готовят себя к будущей жизни. Ведь скаутинг, ну, можно сказать, что это хорошая школа социализации, менеджмента, управления. Кто-то называет это школа лидеров, кто-то называет это разведничеством. Но разведничество, наверное, просто это ассоциативное слово. Это не военная школа. Военная подготовка может быть как одним из составляющих. На сегодняшний день наша страна имеет серьезные вызовы. И понятно, что в скаутских организациях
по всей Украине, и этому уделяется очень активное внимание. Мы сейчас активно начали сотрудничать с проектом «Джура», и мы понимаем, что скаутинг и «Джура» — это не одно и то же, но оно идет рядышком, и это происходило при поддержке молодежного центра «Святориума», и как никогда было по-новому и по-интересному. Если вы смотрели материал, я думаю, что это показано, если я ответил на вопрос. В скаутизме достаточно высок авторитет взрослого. Как удается поддерживать? Чем? Наверное, тем, что мы есть, но самым главным элементом этого скаутского метода является ребенок. Второе – это его окружение, это малая группа, где они работают, а взрослый выполняет роль всего лишь наставника. И, наверное, не авторитет, не диктатура, не жесткое подчинение, что иногда действительно необходимо в военных вещах, а наоборот, это система самоорганизации. Это как бы мы играем в такой пинг-понг, лаверды, но это реально правда. То есть мы детям с 10 лет, с 11 лет даем возможность управлять ситуацией. И понятно, что тот беркут или филин или сова – это лесные имена скаутов. И я надеюсь, наших друзей, партнеров, волонтеров эта игра тоже скоро увлечет, они тоже станут лисами, и чайками или как. И вот это большая ролевая игра, детей увлекают. И если мы им это обеспечим, понятно, что они нас просто уважают. Ну, скажем так, но уважение – это немножко не в том смысле. Аня, вы сказали о иностранных волонтерах. Вот если взять и сравнить движение в Украине и за рубежом, насколько они отличаются друг от друга? Движение волонтерства или скаутизма? И скаутизма, и волонтерства. Я думаю, цель волонтерства одна во всех странах. Плюс ISUK в том, что к нам приезжают молодежь со всех уголков мира, и у нас есть возможность взаимодействовать с ними, понять их менталитет, взять у них определенные уроки, потом имплементировать это у нас в стране. На самом деле все волонтеры приезжают с одной целью – это развивать себя и посредством этого делать вклад в окружающий мир. Настя, ваш молодежный центр – так, наш молодіжний центр «Святоріум» – це така собі платформа для реалізації молодіжних ініціатив. Тобто ми відкриті для дуже різних молодіжних проєктів, які організовуємо разом із нашими партнерами. Минулого року ми вже співпрацювали з ISUK-ом, до нас приїжджали друзі із Туреччини, із Китаю, із Єгипту. Ми організовували спікінг-клаби, які плануються цього року. Тому вже дуже знайомі. Предлагаю поговорити о сроках проведення польового общения дітей і взрослих. Тобто це ж достатньо 100 дітей, яких треба кормити, поїти, обучати. Наскільки це дорогое удовольствие в фінансовому плані? Знаете, если не хочется на правах рекламы, не там какой-то конкуренции и с какими-то коммерческими проектами, то знаете, во-первых, каждый человек – это большая инвестиция. Да? И если мы говорим, что инструктор приезжает за какую-то денежку, да, мы платим за это. Если к нам приезжает казак Фермаха, и он готов работать неделю бесплатно, то это его вклад, и тем самым это, соответственно, минус какой-то бюджет. На сегодняшний день стоимость участия там колеблется от 500 до 900 гривен, в зависимости от того, член нашей мережи или нет. Это раз. И, кстати, вот вернувшись к предыдущему вопросу, я извиняюсь, что я так в эфире об этом говорю, все происходит через ролевую игру. У нас есть два бесплатных инструктора по английскому языку, которые все будут делать на английском языке. И дети, с одной стороны, бесплатно получают 7-дневную школу практического английского, плюс они мотивированы, после этого однозначно есть. И это тоже все бесплатно. Третье, спасибо Днепровскому военкомату Сан Санычу Вольникову, который дает нам полевую кухню. И специальные люди, подготовленные, имеющие соответствующие документы, готовят кушать. Это тоже стоит не там коммерческую цену. То есть, ну, так вот, с миру по нитке, с одной стороны. С другой стороны, сам факт того, как это организовывается, и является тоже элементом развития, ну, наверное, какого-то нетворкинга. Это, то есть, зачем, люди задают, зачем вы проводите такие лагеря? Смотря о ком мы говорим. Если мы говорим о детях, понятно, создание условий для развития. Но самое смешное, что для взрослых это тоже создание условий для развития. Гораздо проще купить, но на самом деле, наверное, это не баскаутские, если говорить. То есть можно арендовать отличный там кемпинг за большие деньги, есть клиенты на это. Но наш формат предполагает работу в условиях немножко некомфортных, которые в зоне некомфорта создают, в том числе деткам, по согласованию с родителями, что родитель каждый видит, куда они идут, понимают. И если будут какие-то родители смотреть нас по 9 каналу, я хочу сказать, что мы проводим это 24 раз. Это не коммерческий проект, и никакого подвоха здесь нету. Но а если говорить про ритмы и как это все происходит, то у детей нету свободного времени. То есть они, еще раз говорю, не 6 проснулись, 7 начался актив, и до 10 у них
не всегда заканчивается актив. Очень часто говорят про травму. Да? Травма происходит тогда у детей, когда есть свободное время, когда его тянет на приключения, когда у него постоянная карта в руках, компас. И в тонусе. Да, и в тонусе, то тогда все в порядке. Ну хорошо, как вас искать, вот если, допустим, есть желание, это соцсети, какие контакты? Там? Я хочу сразу сослаться на партнеров. Нас можно искать в трех направлениях, потому что именно партнерство нас развивает. Если мы говорим про скаутов, если вы забиваете в волшебном гугле ассоциация Днепровских скаутов с Киев, либо Национальная организация скаутов Украины, мы работаем в составе Национальной организации скаутов Украины, вы найдете много скаутских организаций. Если говорить про наш проект, до которого, в принципе, еще есть шансы присоединиться, и мы сразу хотим пригласить волонтеров, если вы считаете, что вы можете чему-то научить интересному и что-то принести, будем рады, начиная от готовки еды, либо помощи организации, заканчивая каких-то ночных игр, либо каких-то спецподготовок для ребят 16+, потому что им же нужно что-то профессиональное, они такую игрушки и анимацию они же не воспринимают. И это говорить, если про скаутов. Вот как Айсик найти и как Асситориум найти, я думаю, что девчонки скажут сами. У нас этим летом и в течение всего года множество возможностей для молодежи. Вы можете найти нас на нашем официальном сайте isic.ua, в Инстаграме, в Фейсбуке, везде, где вы забьете Айсик в Украине, вы нас найдете. Молодіжний центр Асситоріум, так ми називаємося у Фейсбуці, також нашу сторінку можна знайти на сайті Дніпропетровської обласної ради, ну і, звичайно, це Інстаграм. Ну, дякую, що знайшли змогу і завітали до нас, і сподіваюся, що табір 24-й рік поспіль буде дуже цікавим і вдалим, і обов'язково вас запросимо вже по ітогу, по фіналу поспілкуватися, що ж там відбулося, чому діти навчилися. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях був Юрій Галицький, голова Асоціації Дніпровських скаутів СКІФ, Анна Орлова, представниця міжнародної молодіжної організації ISIC, і Анастасія Ємець, представниця молодіжного центру Асситоріум.